В селе Ашар Курахского района почтили память Закира Султанова. В 99 году капитан милиции вместе со своим отрядом не дал боевикам проникнуть в село Гагатель Цумадинского района. Погиб от снайперской пули. Султанов награжден орденом мужества. Обелиск герою стоит во дворе сельской школы. На торжественной линейке ребята рассказывали о подвиге односельчанина, зачитывали биографические очерки, посвященные Закиру Султанову. Каждый год в преддверии Дня защитника Отечества жители села Ашар возлагают цветы к мемориалу.